Здравствуйте! Сегодня на обзоре тактические перчатки Assault Tactical МК-8 от Intac. Основное назначение перчаток – это защита рук, но в то же время они обеспечивают довольно хорошую чувствительность пальцев. МК-8 легко позволяет управляться с оружием, портативной полевой электроникой, теми же навигаторами и радиостанциями. Верх перчаток – это прочная ткань из синтетики, которая эффективно гасит общий вес изделия, но при этом обеспечивает достаточный запас прочности. Ткань довольно эластичное, низковое движение, при этом обеспечивает достаточную вентиляцию в жаркую погоду. Перчатку по руке усаживает эластичная манжета, исполненная из широкой трикотажной резинки, которая плотно облегает запястье, а также не позволяет попасть внутрь мусору и веткам при движении в лесных или полевых условиях. Ладони защищает натуральная кожа с двойными накладками в местах наибольших нагрузок, а также имеет защиту большого и указательного пальца, где кожа завернутая по кругу, четко под удержание оружейной рукоятки. Материал превосходно обеспечивает защиту от различных полевых неприятностей, также позволяет брать горячие предметы, без опасения оплавить материал и повредить руку. Но самое главное преимущество кожи – это большое сопротивление скольжению. Рука в этих перчатках четко удерживает огнестрельное оружие, рукоятку ножа, ту же рацию, смартфон или навигатор. Кроме того, эти перчатки можно использовать на спортивных площадках, велопрогулках и прочих мероприятиях, где необходимо совмещать защиту рук и чувствительность пальцев. Кто хочет узнать больше, все ссылки под этим видео. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч!